Всем здравствуйте! С вами Адепт 069. И у меня для вас важное сообщение. Ваш император вор! Ваш примарх вор! Какого хуя? Всем привет! Здравствуйте, Стейшн! Расписание на грядущую неделю. Так точно. Мы прикомандированы к этим книжкам, дабы рассказать вам, уважаемые зрители, о надвигающихся событиях на сайте thestation.ru и на канале YouTube. Что такое? Там что-то вкусное было? Пахнет Белизарием Колом. Это да, потными шестеренками. Ну что ж, поехали. Сейчас на сайте. Сначала на сайте. Ты подглядел? Маленький шрифт очень. Я подглядел. Поехали! У нас есть традиционная рубрика, посвященная Battle Report. Это Age of Sigmar, Warhammer 40,000 и Malifaux. Malifaux! В общем, три Battle Report на сайте в течение ближайшей недели. Крик против чего-то там еще. Age of Sigmar что-то против чего-то. И Malifaux опять Лилит против всех. Лилит опять умирает. Опять умирает Лилит. Да, все верно. Но нам ее не жалко. Никак. Она не из нашей вселенной. Именно. Дальше. У нас будет обзор маленьких скватов. Скватов, которые расположились теперь на плацдарме Азира во вселенной Age of Sigmar. В общем, новые паровые гномы в АОСе. Харадроны. Начинаем обзор харадронов. Их бека и их правил. Да. Все накупили миниатюрок. Они очень крутые, и ими можно и поиграть. Далее. Я реквестировал сам, наконец-таки, завершение истории примарха Гэдриншторма. Это будет потрясающий финал, рассказывающий о величии моего отца. Отца, который, между прочим, совершенно не имеет никакого отношения к растратам в Империуме. Да-да-да-да. Имперской демократии. Именно. Да. И те золотые болтеры, что у нас теперь есть у ультрамаринов, это все... между прочим, пожертвования. По-моему, ваше финансирование вышло из-под контроля. Ну да ладно. И Врейн, и Хаос. Это аудиокнига, которая сейчас выпущена в Black Library. И Иван будет рассказывать вам сюжет этой книги. Называется она «Глаз ночи». Священный артефакт Черного Легиона, который заполучил, стремится себе в руки Иврейн, дабы предотвратить что-то страшное. Они, между прочим, являются ключом к богомерзким чернокаменным крепостям. Приближаемся к крутым событиям таймлайна, всяческим продвижением бэкграунда. Старикам здесь не место. Целый выпуск. Один. Крутой выпуск на ответ на какие-то там вопросы, обсуждение очень животрепещущих тем. Принято. Действительно, старикам во время всеобщей мобилизации Империума против богомерзких сил хаоса не место в наших рядах. Далее, Кракен и Янден, хобби-секция под Армагеддон, Shadow War. Скукотища. Ну, пусть будет. Иван будет делать, видимо, первыми... Первые килтимы. Банду тиранидов. Первые килтимы, потому что проект по Warhammer 40 тысяч будет сейчас не очень сильно развиваться. Ты уехал за камеру. Восьмой редакции. Свой тентакль, покажи мне свой тентакль. Это опасно. Вот. Warhammer ожидает восьмую редакцию, поэтому сосредоточимся и... про Армагеддон поговорим. Ты как дебил выглядишь, это как будто «Здравствуйте, земляне, я пришел к вам с миром». «Здравствуйте, земляне, я пришел к вам с миром». Ладушки, кустодии в ереси. На нашем сайте будет еще полный выпуск про кустодиев ереси Хоруса. А так как в восьмерке у нас не будет ереси Хоруса в новых правилах, она будет играть ересь по старым правилам, это до сих пор актуальный выпуск. А, смазка засохла. Фильтры, как коняху достал. Ужас какой. Хаммерхолл. История. Бэкграунд Хаммерхолла. Это настолка из Warhammer квеста, посвященная разборкам сигмаритов в гигантском городе из двух миров, состоящем в Хаммерхолле. Что, серьезно? Ну, маленький городок. Нет, на окраинах нет. Город огромный. Он континент размером. И на два мира. Огня и воздуха. Вот это, по-моему, все, что касалось нашего сайта. Да и так, до хрена было всего. Снизошло. Infinity. Гайд по боеприпасам и стрельбе. Вот такие пироги. Infinity возвращается на thestation.ru. Да что я люблю! Я получил срочное донесение. Да. Даже Лиман. Да, понял. Ага. Хорошо. Закончить с этим. Повторить. Понял.
Повторяю, по просьбе Жулимана, Дворфы в облаках, примарх и его команды, финальный выпуск, Хаммерхолл, история, Иврейн и Хаус, аудиокнига, Кракен и Янден, хобби секса под Армагеддон, старикам здесь не место, репорт Эйджу Стигмар, репорт Малифо, репорт во Хаммер 40 тысяч, Кустодии в Ересе и Инфинити. Довольно! Enough. Теперь Ютуб. Ютуб. Для вас, Иван, наши друзья на Ютубе. Не жнись моей жопой. Спасибо. Ютуб, Лавкрафт, он наверняка уже выпущен. Уже! Это первая часть из трех Лавкрафта. Уже так всех точно. Пугаем. Уже всех так пугаем точно. Огромным 56-минутным выпуском про ужас Аркхэма. Первая часть, между прочим. Да. И продолжение зависит от вас. Будете комментировать и ставить лайки, будет продолжение. Да. Дальше, Dawn of War 3, обзор игры и регулярные стримы по ней. Ну, куда же денемся-то мы, Довик-то. Как там это называлось? Дрочка. Этих самых, императорских кулаков? Да, именно так. Отлично. Выпуск первый, Battle Report с нашего сайта. Это репорт, посвященный противостоянию Некрон и Арлекин на одном из турниров, по-моему. Приобщитесь. Дальше. Именно. В конце недели нашей недели выпусков у вас будет возможность посмотреть на один из репортов по Килтиму, старому Килтиму. Видимо, орки против храмовников черных. Точняк! Бладбол. Армагеддон. Правило. Обзор правил Бладбола. Ну, надо как-то форсить этого полумертвого на столку. А то сезон лига кончилась официальная и как-то переиграть перестали. Ну, в общем-то, по-моему, все, что мы запланировали, все вот этим и кончается. Наслаждайтесь нашим великолепным контентом. Подписывайтесь, ставьте лайки, репосты, комменты и все такое. Заходите на наш сайт thestation.ru. Там мы будем постить и дальше кучу информации. Warhammer 40 тысяч будет пополняться до выхода 8-й редакции именно бэкграундом, хобби-секциями и игрой в Армагеддон. Вот такие пироги. Так что welcome thestation.ru. С вами были 69-й и Голубой. Как бы это странно ни звучало, слава Жулиману, и всё. Я откланяюсь. Знание приносит страх. Конец. Пока-пока. Конец трансмиссии. Уи. Ах, блин, как же эта рука в жопе-то достала-то, а? Ах, где же профсоюз-то? Куда он смотрит? А мне нравится.